Владимир Владимирович, доброй ночи уже, наверное. Владимир Владимирович, добрый вечер. Я от души поздравляю вас с победой. Я лично присутствовал на участке и видел, как растет стопка голосов, поданных за вас. Явное преимущество. Никаких сомнений у меня не было. Хорошо голосовали за Зюганова, Прохорова. Я получил то, что получил. Но я надеюсь, Владимир Владимирович, все-таки уже... пятый раз я сам кандидат в президенты, и партия шестой раз в Госдуме. Может быть, какие-то отдельные вопросы из программы могут быть рассмотрены правительством, вами в будущем. Если это будет полезно для страны, тоже может быть, как бы, иметь практическое воплощение. У нас впереди очень большая работа, и я очень рассчитываю, что там, где вы посчитаете возможным, мы будем опираться и на поддержку вашей фракции, потому что вопросов очень много, они все сложные и потребуют консолидации парламента. И не только парламента, но и всего общества. Поэтому очень рассчитываю на совместную. Сергей Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Поздравляю вас с победой. С победой убедительной, заслуженной. Кто бы что бы ни говорил, это так. Моя социология, моих штабов еще неделю назад показала примерно такой результат. Воспользуюсь звонком. У меня, знаете, какая просьба? В Астрахани мэра избирают. Там наш Олег Шейн по экзитпулам лидировал. Но там опять хулиганство происходит. Будьте добры, дайте команду. Пускай там дурака не валяют, по-честному считают. В Астрахани на выборах мэра. Спасибо, а вас поздравляю. Спасибо, Сергей Михайлович. Всего доброго. Обнимаю вас. До свидания. Им было похуй на тебя до и будет похуй после. На тебя похуй.